Ну а сейчас, друзья, обещанные ваши вопросы нашему директору Николаю Ларину, который находится неподалеку от меня, Николай Юрьевич, пришло 4 вопроса. Первый из них. Здравствуйте. Скажите, почему воспитанник футбольной школы Чертаново Михаил Стрепетов не играет сейчас в матче за ФК Чертаново? Я сразу поясню этот вопрос. Михаил Стрепетов самый популярный человек ВКонтакте. Мне кажется, не только среди чертановских, а вообще среди всех футболистов. Вот поклонник, а может быть и поклонница многочисленные интересуются. Да, ну, всем здравствуйте. Прежде всего, хотелось бы сказать, что... Простили нас. Прежде всего, хотелось бы сказать, что Михаил Стрепетов просто-напросто не заявлен за эту команду и выступает сейчас за команду нашу еще более молодую, которая играет в третьем дивизионе. Так, спасибо Николаю Юрьевичу за подробный ответ. Следующий вопрос. Вчера как раз Михаил провел полностью всю игру в третьем дивизионе, и наша команда победила со счетом 5-2. Вот еще от одного поклонника два вопроса. Первое. Почему команда не готова физически? Вот это вот «не» большими буквами написано. Вот твое мнение. Такой очень странный вопрос, потому что, например, мне это абсолютно незаметно. Вообще идеология нашей школы, что... У нас не профессиональный клуб, у нас продолжение обучения, и прежде всего наш тренерский штаб ставит своей целью научить думать на футбольном поле и также технически подготовить футболистов. Что касается какой-то физической специальной подготовки, то я думаю, что это все будет в дальнейшем. И вообще лично мне незаметно, что наша команда как-то физически там подсела или не готова. Против нее играют более взрослые ребята, и в этом возрасте просто невозможно их перебегать. Ну вот опасный штрафной сейчас будет бить «Авангард» прямо на линии штрафной. Устанавливается наш мяч. Пока следующий вопрос. Почему давно не играет и давно не видно Александра Ковальчука? Напомню, что Ковальчук забил один из мячей в победном матче с «Орлом». Второй, тогда счет был 2-0 в первом круге. Да, Саша уже больше месяца пропустил за травмы и сейчас еще не приступил к тренировкам в общей группе, бегает по кругу и как только будет возможность, он сыграет за третий дивизион, ну и в дальнейшем, если все будет нормально, сыграет и за вторую, за главную команду. Ну, давайте сейчас остался еще один вопрос. Посмотрим за этим ударом. Там и Малеев у мяча, и кто-то еще. Мяч проходит выше ворот. Ну, момент опасный. Вопрос такой. Хотелось бы узнать, будут ли играть в следующем сезоне футболисты старше 23 лет? Да, это интересный вопрос. Позавчера был совет лиги ПФЛ, и на нем командам, участникам соревнований второго дивизиона было предложено внести свои предложения в проект регламента на следующий сезон. Мы обязательно внесем от себя ряд предложений, и одно из них будет касаться именно участия за нашу команду игроков старше 23 лет. Спасибо большое Николаю Юрьевичу за это небольшое интервью. Да, смотрим футбол дальше, тем более, что атакует наша команда. Хороший перевод от Косинчука направо. Будет подача Гаранжи. Будет удар Бартасевича. Неловко, неловко ловит этот мяч вратарь «Авангарда» Жидеев. А там столкновение. Там очень больно и Андрею Алексееву, и игроку «Авангарда». Сейчас сразу не могу разобрать, кто это.